Строительство новой детской площадки в поселке Развилка в рамках программы благоустройства дворовых территорий началось в июне. Администрация сельского поселения уделяет особое внимание детским игровым зонам, чтобы они соответствовали всем современным требованиям. На новой детской площадке резиновое покрытие, безопасные конструкции и все необходимые предупреждающие надписи. Мы решили именно на этой дворовой территории домов 41, корпус 1, 2 и 3 установить вот такую хорошую спортивную игровую площадку. Как вы сейчас видите, уже тут и дети, и взрослые тоже вовсю уже пробуют все снаряды, все элементы, которые здесь присутствуют. Я очень надеюсь, что наши жители будут бережно относиться к тому, что мы делаем, к тем площадкам, к тем малым архитектурным формам, потому что мы здесь живем, это наш дом, и давайте все вместе будем относиться к этому, как к нашему родному дому. 6 августа по случаю открытия новой детской площадки был устроен веселый праздник, куда были приглашены почетные гости, юные жители поселка и их родители. Мы очень долго ждали эту площадку, очень понравилось. Здесь есть много развивающих конструкций для таких маленьких деточек, как моя дочка. Вот, ждали давно, мы очень рады, что она наконец-таки открылась. Ждали с нетерпением. Детская игровая площадка – прекрасное решение для развития ребенка. Маленькие дети очень любят проводить много времени на улице, а игры на свежем воздухе – это здоровый образ жизни, отдых и общение с семьей и друзьями. Малыши сразу же облюбовали новые горки, яркие качели и карусели. Очень красивая, делами для детей, очень красивая, очень-очень. Для всех гостей праздника на новых спортивных объектах местные спортсмены показали элементы воркаута. Очевидно, что новые тренажеры будут привлекать не только детей, но и взрослых. Полностью разделяю эту идею спортивных площадок на свежем воздухе, потому что сам периодически занимаюсь на свежем воздухе. Не периодически, а точно регулярно. И зимой, и летом. Но все-таки лето, свежий воздух, здоровье. В зале в пыльном не очень-то хочется. В сельском поселении Развилковское в этом году планируется открытие еще нескольких площадок для занятий уличными видами спорта в деревне Слобода, в селе Беседы и целый спортивно-игровой комплекс в деревне Картино. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.